сказано. Курганская область наблюдается миграция сибирской косули. Косули, которых сняли наши земляки на видео, мигрируют к нам из соседних регионов России, это Свердловская и Челябинская области, а также из Республики Казахстан. Также отмечается незначительная миграция косули между муниципальными кругами Курганской области. В настоящее время проводится комплекс мероприятий по сохранению сибирской косули. В охотничьих угодьях выкладываются кормовые веники, сено бобовых культур для подкормки, производится выкладка зерноотходов, производится прокладка троп к местам концентрации и кормовым полям. В начале декабря, с начала миграции, охотпользователи и все службы были оповещены о начале миграции. Разработан комплекс мероприятий. Сотрудники ГИБДД, сотрудники департамента охотпользователей в круглосуточном режиме осуществляют охрану косуль вдоль автодорог. В связи с выходом косуль к дорогам департамент обращает внимание водителей, что необходимо соблюдать скоростной режим на автодорогах. Особенно внимание обратить необходимым водителям на трассе ЕШК, это 207-208 километр в окрестностях города Шадринска, также в зеленой черте города Шадринска. Особое внимание необходимо обратить также водителям в Китовском муниципальном районе в окрестностях города Кургана. В случае совершения ДТП с дикими копытными животными необходимо вызвать сотрудника ГИБДД, позвонить в номер 112, необходимо оставаться на месте дорожно-транспортного происшествия, дождаться сотрудников ГИБДД, ни в коем случае нельзя покидать место происшествия, запрещается транспортировать сбитых животных. За незаконную транспортировку животных предусмотрена административная ответственность. В случае встречи с мигрирующими косулями необходимо соблюдать элементарные нормы техники безопасности. Нельзя издавать резкие звуки, нельзя совершать резкие движения. Нельзя приближаться к животным, пытаться сфотографироваться с ними, потрогать и так далее. В случае захода животных на территории социальных объектов необходимо обратиться в департамент по телефону 43 13 50 46 00 55.